Несмотря на начало весны, в областном центре уже приступили к ремонту дорог. Пока только к ямочному, причем холодным асфальтом. На улице уже вышло 6 рабочих бригад. Одна из них работает в ночную смену. Аварийные ямы очищают от грязи и пыли, воздуха дувом. Далее укладывают холодный асфальт, а после этого закатывают виброплитой. Сейчас, значит, делаем улицу Пластова, Карла Маркса и Рябикова. В дальнейшем будем делать Ленина, Радищева, Верхнеполевая, Железной дивизии. Мера эта временная. Холодный асфальт применяется как раз в межсезонный период, когда из-под снега начинают выглядывать аварийные участки дороги. Технология придумана как раз для снижения аварийности на дорогах весной. К ремонту проезжей части горячим асфальтом дорожники приступят, как только установится сухая погода. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.